совсем непонятно, что Селина Майер это я. Шашлындос, шашлындос, мы идем на шашлындос. Так. Почему не на поляне? Потому что у меня сейчас папа в больнице, завтра я поеду к папочке к своей. Господи, да не расстались они, я не верю в то, что они расстались. Мне кажется, скорее всего, это какая-то проектная тема, они потом сойдутся. Наколка настоящая? Настоящая. Можешь проверить? Приезжай, только с цветами. Дам потрогать свой лоб за 60 косарей. Никак. Можешь проверить, настоящая наколка или нет? Короче, я иду с мокрой башкой в магазин. Вика, привет. Обожаю тебя. От тебя тоже сама себя обожаю. Можно вопрос? Блять, а для чего ты здесь? Нет, блядь, здесь только можно смотреть на меня, вопросы тут не задают. Да. Мелочь пузатая. Ага. А что еще даже проверишь? Ну, ты приезжай, мы с тобой решим. Хорошо, Викусечка, как ты, моя хорошая. Так. Я сюда пришла, на самом деле, за шоколадкой. Шоколадочка! Сколько платят на дом? 2. Ты хочешь туда работать пойти? Или что? Привет, я куплю себе шоколадку. Протеин бар. Протеин. Где Клава? Не угадайте, где она может быть. Что случилось у Маска Насти? Не знаю. Поесть, какой салат возьму сейчас, поем, или холодец. Ребята, я хочу холодец. Это нормальная ситуация, что я хочу холодец купить. Хочу холодец. Так, и что-то я еще хочу. Я такая скрытная. Ржаной. Так, хлебушек. Да, я на проекте. Вот сейчас, в данный момент, я нахожусь на проекте и выбираю себе хлеб. Так, я себе взяла шоколадку, холодец и хлеб. Это адекватная вообще. Вообще, я адекватный человек. Шоколадка, холодец и хлеб. Это нормально. Вот я ебанутая, как можно быть. Просто я потом поражаюсь, почему у меня мужика, блядь, нету. Потому что я холодец с шоколадками жру на ночь. На ресничке я к тебе скоро. Как вот только меня выпустят из зоны. Как уйду я, срок свой отмотаю. Полнолуние сделаем, конечно. Кстати, на самом деле скоро, Катя, на самом деле скоро стартует моя маска. Вот я сейчас готовлю свою маску с луной. Может, вы не будете бить луну? Скоро вы будете пользоваться моей масочкой с луной.
Я не знаю, какая причина у них. Я считаю, что это проектная движуха, и они расстались не по-настоящему и не навсегда. Они помирятся. Это уже было такое, ребята. Чики. Можно есть сникерс нормальный. А мне это говно протеиновое. Обожаю тебя. И я тоже обожаю себя. И тебя, и всех, короче, я обожаю. 54, привет, отлично. И корочка. Русский икорный дом. Так. Я спрашиваю твою татушку. Да, зай. Говорю, что это настоящая татуировочка. Любовь моя. Блять, мне кажется, сейчас из Уманского будут делать историю, как у Рапунцелей. Его бывшая жена с сыном. Не знаю, сын на проекте Паршина. Мама сейчас туда подтягивает. Мне кажется, такую историю сейчас будут делать про них. Вот и все. Будут делать новых героев. Думайте своей головой, пожалуйста. Привет. Да, никуда, да. К пиву? Хорошо. Я тоже думала, что это настоящее. Ну, в итоге я в магазине покупаю себе холодец. Потому что я кто? Молодец. Спасибо. Это снова я. Каринка Фомина. Привет, Карина. Да, мокрые волосы. 780. Где Артур? Наверное, спаривается с какой-нибудь новой бабой. Сделай эту тему. Какую тему? Ребята, я могу тему сделать и без проекта. Верите, нет? 212, ваша удача. Вам нужны печки? Мне не нужно ничего. Только вот холодец с хлебом. Здрасте. Триста пятьдесят будет. У тебя там магазин есть? А-а. Я в магазине покупаю себе холодец, хлеб и шоколад с мокрыми волосами. Что мне лень сушить? Сушить волосы, вот честно. Фишечки нужны, собираешься? Нет, благодарю. Фишечки нам нужны. Так, привет, привет. А у меня почему-то в голове песня «Мокрая девушка». А, мокрая девушка танцует, мокрая девушка сохнет. Должна мочил ее полностью, всю. Так, с родителями очень сильные непонятки, да, ведь живут жизнь за меня. Когда говорю, что уезжаю, мама грозится, что убьет себя. Мне 21. Как избавиться от этого чувства вины и спокойно уехать? Су, Вайнберг. Ну, во-первых, давай разберемся, какой-то национальности. Если это Кавказ, то все понятно. Почему мама так грозится себя убить? Вот если Кавказ, то да, это знакома мне ситуация. А если это русские, ну, если можно договориться еще. Да не отпускают нас никуда. Я сейчас на проекте, потому что у меня отец в больнице лежит. Почему никто не узнает меня в магазине? Честно, мне вообще насрать. Узнают меня или не узнают? Вообще, вот накакать мне с большой колокольни. На дом 2 ко мне можно прийти? Блять, ты спрашиваешь? Ты знаешь, дорогая, можно тебя трахнуть сегодня?
дорогая, можно я, не знаю, христианин. Но мама не убьет себя. Если ты взрослый человек, который обеспечивает сам себя, обеспечивает своих родителей, ну как бы... А мама вообще есть с кем остаться, маме твоей? Куда ты собираешься уезжать? Зачем? Я не понимаю, как бы, что убьет себя. Ну, езжай, посмотришь, убьет она себя или нет. Но я думаю, то, что, скорее всего, не убьет. Это бред какой-то. Оставь ей денег, не знаю, оставь, чтобы она себе могла позаботиться. И езжай. Если у мамы там... Тут нужно понимать ситуацию вообще в семье. Я же не могу так дать совет. Вот мама там наложит на себя руки, если я уеду, мне 21. Твоя мама ушла от вас? Да, естественно, жить, работать самостоятельно. Но а чем она обосновывает вот такое свое поведение вообще? Общаюсь с Клавой хорошо. Да, она вернулась на проект. Но я думаю, что она оттуда скоро уйдет. Ну что за бред, когда мать говорит своему 21-летнему ребенку, что если уйдешь, она сама себя убьет. Ну что это за бред? Не убьет, конечно, она сама себя. Будет переживать. Естественно. Но чтобы свою маму оставлять одну, нужно позаботиться, чтобы как-то... Нет, не сложно. Не давит. Что? Нет. Нет. Так, ладно, всем пока. Завершаю эфир. Потом поговорим. Никуда Катю не перевели. Она просто тупо как Колиная сиделка. Обсасывать эти отношения как-то не очень хочется обсуждать. Ну, в качестве клоунады почему их не поставить в эфир? Не, почему вы спрашиваете, я вам отвечаю. Артур красавчик, но, к сожалению, внутренние миры у нас с ним очень разные. С Артуром. Я дома. Я дома, мне нужно делать ремонт в скором времени. Привет. Не жалеешь это то? Нет. На поляну, не знаю, завтра поеду к отцу, передать ему продукты, поговорить с ним, хотя меня к нему не пускают, поговорить с врачами и все, могу в воскресенье ехать. Любовь, ты представляешь, что я сейчас в таком состоянии буду твоим сыновьям передавать привет?
как-то немножко судновато. Давай потом как-нибудь. Давай лучше напиши мне в директ. В директ. А я это прочитаю и пришлю лучше видео открытку. Что за хуйня, у тебя на лбу клеймо, как у коровы. Да? Кстати, я считаю корову очень красивым животным. Спасибо большое, что меня с ним сравнила. Корова, кстати, очень доброе животное. Я себя заклеймила, чтобы ты не проходила мимо. И меня обязательно об этом спросила. Люблю вопросы. Спасибо. Полёна, общаться. Если я смотрю, тебе запах холодца перед носом. Как он вкусный, ребята. Натали, привет. Папа получше. Завтра еду к нему в больницу передавать ему вещи. Сейчас я дома, я не в доме 2. Я у себя в своей уютной квартире. Ем звезда, блин, 50 человек. Ну, видишь, 50 же человек, не 6, уже хорошо. Скоро будет больше, не переживай. Ты знаешь, что хотя бы, вы знаешь, 57 человек, я хотя бы всем успеваю отвечать. Представляешь, будет 100. Вот если было бы 200 там или 300 человек, я бы не успевала даже на твои сообщения посмотреть. Прикинь, так что радуйся. Не советую тебе мне дерзить, а то же я потом тебя запомню, отвечать тебе не буду, когда мне будет 300 человек. Будешь как дура сидеть тут писать? Не знаю, как Захар. Легко ли попасть на дом 2? Легко, если ты интересный человек. Валентинка, привет. Не знаю, не хочу обсуждать Уманских вообще. Я считаю, что проектная движуха, и не по-настоящему они поссорились. Я думаю, что из Уманских сейчас хотят сделать таких же героев, как Рапунцель. Я не обращаю внимания, Настя. Спасибо, Полина. Ребят, не обращайте внимания на то, что я ем. Я люблю. Вот я не люблю, знаете, проводить эфир, там, готовиться к этим эфирам, что-то там специально наряжаться, краситься, вот это вот все, ну, не люблю я. Я люблю чисто такую, знаете, чисто такую дружескую, спокойную домашнюю атмосферу. Я люблю пожрать, когда веду эфир. Я даже когда люблю, когда я даже смотрю какой-то телевизор, я тоже люблю покушать. Так сидишь, читаешь вас, как бы ешь и наслаждаешься приятным эфиром. Мне кажется, так кайфово, поэтому вы тоже, ребята, устраивайтесь поудобно, поудобнее. Берите какую-нибудь вкусняшку, чаёк и давайте поболтаем. Захаром, не знаю, смотался куда-то. На диете, прости, пожалуйста, что я тебя маню. Пишите Захару в эфир, узнать, что там с ним. Зачем спрашивать? Захар, не знаю. Если я встречу Захара, я обязательно ему уточню. Ради вас. Аленка, можно, конечно. Если тема интересна, конечно, пообщаемся. Why not? Так, что там у нас? Ой, спасибо, разные сердечки, лайки, прям вообще огонь. Ребята, вообще, что хотите видеть в моих прямых эфирах? Что вам было бы интересно? Давайте поболтаем. Я вот, кроме как болтать и есть в эфирах, ничего не умею. Клетку с четырём.
Хорошо, Полёна, посмотрю. Так, что там? Ты в отношениях? Нет. Моргенштерн спекнул Марсиагу. Ребят, даже если он спекнул Марсиагу, вы что там думаете, там у нее как-то все по-космическому? Я вас умоляю. Такая же вагина. Такая же жопа. Короче, на самом деле я ничего против модификации не имею. У меня есть кое-какие идеи. Но я не буду говорить вслух, а то вдруг такие, как Марсиага, скрысят мою идею. Вот у меня там будет все по-особенному. Обои я не поменяла на кухне. Что такое Марсиага? Не знаю. Марсиага — это участница на проекте, которая набила себе татуировку «Дом 2» на руке. Ну, я вот, знаете, такая, как бы, понимаете, сейчас просто идет плагиат, меня прям бесит, раздражает. Я себе сделала татуху на лбу, все увидели то, что, типа, вот, вот это, короче, так, типа, круто, так клево, и все начали, короче, не знаю, там, то «Дом 2» бить, то еще что. Меня бесит уже этот плагиат на себя, поэтому я лучше буду единственной в своем роде, но здесь. Чем занимаешься вне проекта? Живу. Ем, писаю, какаю. Дышу таким же воздухом, как и вы. Я еще не ушла с проекта, но планирую. Холодец, Алёнка. Я не ушла с дома. С парнем. Мне кажется, он гей. Я фиксу не создавала. Мне реально этот парень нравился. Я была не против с ним переспать. Я думала, что если мы с ним переспим, то он станет немножко другим. Но в итоге, короче, мы с ним не стали спать. Потому что я поняла то, что если даже я с ним пересплю, он не станет другим. Поэтому я не стала с ним спать. Так что «Дом 2» меня не поимел. Ни один участник из «Дома 2» меня не поимел. Так что сплю я с нормальными, адекватными людьми за периметром. И вы не узнаете этих имен. С нормальными мужиками я трахаюсь. Аллилуйя! Ну что? Хорошо, холодец зашел. Ребятки, это было непревзойдённо. Четыреста грамм холодца умяло. Бля, ёбаный воробаный.
Так, 90 килокалорий в 100 граммах. 9 на 4. 9 на 4 сколько? 360. Короче, 360 килокалорий я сожрала только что. Ну ты, ебанашка, хули не отвечаешь. Яночка, в смысле? За что ебанашка? За то, что не отвечаю или за что? Или я просто ебанашка? Как ты похудела? Ой. Как худею, так и толстею. Привет, Груза. А я покажешься в рост? Мне лень. Зарплата? Кот наплакал, моя зарплата на дом 2. Скажи свой парфюм. Детские духи за 300 рублей. Кстати, классная тема. Как будто голову только что помывал. Вообще, мои самые любимые духи, я вам никогда не скажу, потому что вы будете ходить как инкубаторы и всеми им брызгаться. Буду я хочу одна такая вонять ходить. Дико ярун. Так, кто тут по-чеченски ругается? Ай-яй-яй. Лилок. Матершинники. Извращенцы. Угу. Халидова тоже туда. Ты вообще без комплексов, красава. Ну, весьма. Вообще, у меня было одно время, вот я хотела найти себя инструктора по-чеченскому. Вот прям такого жгучего кавказца, который меня научил чеченскому языку. Но я понимаю, что у меня с ним ничего не получится. Кроме разврата, мне с этим человеком ничего не получится. Поэтому мне надо куда-нибудь идти туда, в другое место. Я шучу. Так, ладно. Давайте без атопкна. Пожалуйста, хазёс и бурди, да? Без чеченских слов. Поделись шоколадки, нет? Не поделюсь, сама купи, сходи. Милану. Приезжай ко мне в гости, я познакомлю. Сто на ресницах. Сто на ресницах. У меня нормально полумесяц на лбу, блядь. Вы, главное, смотрите с размером своей вагины, своих половых губ и членом. За размером своего полумесяца я уже... разберусь. А то, знаешь, вот сейчас говоришь, что у меня большое полумесяц, а самого, ну, самые половые губы по коленкам свисают. Поэтому смотри, сейчас мне будешь предъявлять за мой полумесяц, а потом тебе тоже там проверю, что там небольшое или у тебя. Или маленькое. Муж мог пиздеть. Спасибо. Точно охуенно, минуточку, спасибо. Давайте бисквит. Так.
Я сейчас кого-то сблокирую, тут Закут и там Беркут, и там, не знаю. Вы мои крашики. Так, сейчас какой вкусно. Да, я была в Владимире. Красотой мир ты не спасешь, действительно. Спортом занимаешься иногда, да. Холодец съела, заела шоколадки. Есть на проекте уборщицы? Есть. Ты ешь после 6, к сожалению. А как попасть на дом 2? Подать туда заявку, не поверишь. Ну, извини меня, Ромбур, что-то там, короче. Мне честно, я то, что делаю, не для себя, не для своего мужика, не для, там, не знаю, не для члена своего мужика, не для семьи своего мужика. Я ничего для своего мужика делать не буду вообще. Я индивидуальная личность. И то, что я себя заклеймила, это мое дело, это мое право, это мое тело. И если наше с тобой мировоззрение не совпадает, ты мне будешь ебать мозг по поводу того, что набила себе татуировку, пожалуйста, не пиши мне. Если ты раньше в меня влюблялся, и в итоге сейчас в меня не влюбляешься, ну, как бы это не мои проблемы, можешь пойти к другим участницам и у них там посидеть на эфире, потому что у них нет татуировок на лбу. Рыгать я не буду. Так, сделай обзор по хате. Нет, мне стрёмно. А давай сначала я сделаю полностью здесь ремонтик, чтобы было четко, чтобы такие Селена, да она днище, да она после проекта ничего не представляет, да она вообще, это не ее хата, не ее тачка, и все, она сосет за бабло. Это... А я такая, оп, сделаю обзор по хате, а тут тащит вообще чуть четко, как бы все мое, все нормально, все при параде. Поэтому, ребятки, пока что собираю хейт. Привет из Энгельс, привет, я не ушла. Не обращай внимания на дебилов. А, блин, ну как же, это мои родственники же дебилы. Бля, какая ты охуенная, спасибо, сколько тебе лет? 32. Где мои 15 лет? Большом каретном! Ты-ты-ры-ты-ры-ты! Ну так, ладно, дальше что там? Похоже на актри... Кто ты, блядь? Мила К... Мила Кунилингус? Мила Кунис? Мила Кунис, да. Так, что там у нас дальше? У нас суп ковыряется. Ну, ты прикольно, я пришел к тебе. Селена, Селена, Сергей Аполлонов. Нет, моя самая лучшая... Ребят, я вам объясню, почему я не строила отношения на проекте «Дом-2». Потому что там живут такие свиньи, которые за собой не моют тарелку, а мыть дерьмо, там, я не знаю, какую-то слюнявую тарелку после кого-то я не собираюсь, и поэтому я хожу на всех ору, а мой мужик, который ко мне приходит, он охреневает, типа, блядь, моя баба на этого наорала, на того наорала, на третьего наорала, все на меня, всем роем, типа, Селена, ты, блядь, свои отношения лучше строй, ла-ла-ла. Мужик, когда это все видит, что я там на кого-то орю, сразу понимает, бля, я это не вывезу. И сразу смывается с проекта. Ну, конечно же, я же не собираюсь в говне жить, извините меня. А, так. Такой, как унитазник, орёт тоже. Так, как ты относишься к Задойновым? Ну, как, нейтрально. Нормально, без негатива. Перенравился Сейлор Мун. Ну да, вот такое бывает. Я не педантична во всем. Если я вам покажу сейчас, как у меня там обстоят дела. Когда ты одна, окей, ты можешь срать где ты угодно. Но когда ты живешь со всеми в одном помещении, там 58 человек наплевало в эти тарелки, а потом должна за ними помыть, пускай идут в жопу. Я не буду за ними мыть.
Что с Артуром? Он сдох, наверное. Я не знаю, что с ним. Ребят, с Артуром 500 вопросов. Не знаю, что с ним происходит. Где-то тусит. Где-то там, не знаю, может, с новой девушкой встречается. Не знаю, что у него случилось. Вернулся Макс на проект. Привет. Когда перезагрузка у Юли? Уже началась она. С понедельника. Я вообще не понимаю. На самом деле, я расстроена в таком моменте, что Юля тот человек, который ни хера ничего не хочет, в итоге ей делают перезагрузку. Из нее в итоге ТНТ делает звезду. Максим, который воспользовался положением Алены Рапунцель, сейчас вернули на проект и его облизывают. Все говно, которое кому-то сделало говно, берут сейчас и облизывают. И делают из них звезд. Ну, как бы такое себе. Маленько мягче. Маленько мягче? Маленько мягче? Че, гоните, что ли? Не-не-не. Владимир по делам была или что там делала? Просто с друзьями каталась. Ездила туда. Я не ушла. Нет, не курю. Бросаю. Ты пьяная? В говно просто. Это тату, да. Расскажи о маме. Мама у меня самая лучшая. Самая терпеливая женщина на всем белом просто свете. Это женщина, которая, я не знаю, просто у нее терпение бездонное. У моей мамы. Это нереально трудолюбивый, нереально человек самоотдачи, который всю жизнь потратил на отца, на бабушку, на меня, на сестру. То есть мама, она у меня прямо, я не знаю, великомученица. Я вообще поражаюсь до сих пор, как она это все вывозит и откуда у нее столько терпения. Я не знаю, у меня, наверное, к маме такая очень бесконечная любовь. Она хотя такой человек, то есть она всегда на вторых... Вот мама у меня всю жизнь на вторых ролях. Она никогда не перебивала, ну, не то, чтобы перебивала отца. Она как-то вот, ну, всегда такая уступчивая. Никогда не лезла никуда, никогда нет. То есть, ну, как бы, что-то папа говорил, она все делала, вот. Поэтому как-то вот так вот. Мама, я не знаю, просто это очень терпеливый человек, очень. Просто у меня за нее душа прям рвет и мечет. Сестра, да, младше меня, она сейчас в Америке. Она получает вид на жительство, поэтому она сейчас не может приехать домой вернуться. Вот. Я ее понимаю, я ее очень люблю. Я хочу, чтобы моей сестренке все сложилось, все было хорошо. Да, я хочу детей. Спокойной ночи, ребят. Если как относишься к ревности, сама ревнива, да, я ревнива. Но бывает, если сильно любишь мужчину, да, бывает такое, что страсть и любовь бывает такую, делают из тебя ревнивую суку, что ты думаешь, блин, за что ты это вообще это человеку? Человек ничего плохого не сделал. А вот начинаешь ревновать. Ну, бывает такое в жизни. Доводит до конца. Просто
Ну, я на самом деле считаю то, что я сейчас должна превзойти свою сестру, и вся жизнь у меня сестрой, это конкуренция, борьба, мы постоянно всю жизнь с сестрой доказываем, кто круче. Но она сейчас в Америке, она сейчас получает вид на жительство, и она и работает переводчиком, а я сейчас на ТНТ. Я не люблю общаться, вот, не то чтобы, мне нравятся безумно участники, мне нравятся безумно все люди, которые на проекте, вот, но дело в том, то, что, понимаете, вы настоящие. И мне, я получаю удовольствие, когда общаюсь с настоящими людьми, а не людьми, которые иногда делают так, что... как им сказали там наверху. Вот, поэтому я люблю общаться с настоящими, искренними людьми, и как-то вот мне больше кайф, наверное, доставляет это. Вот. Ну, хотя там тоже есть на проекте люди, просто я как бы вижу, когда человек на проекте какой он, и вижу человек, который за проектом какой он. Я немножко, конечно, разочаровываюсь, не буду по именам говорить, кто это, чтобы не портить отношения, но тем не менее. У Мански не расстались. Мне кажется, это все какой-то сценарный ход. Что за бред? А если расстались, то, блин, я не знаю. Никита, это, конечно... Надо узнать, почему они расстались, что у них случилось вообще. Я сейчас судить не могу. Почему Романские расстались? Потому что Рапунцель рядом ушла, и нужно на чем-то делать эфиры. Вот и все, мне так кажется. Я не знаю, ребят, не знаю. У меня нет сейчас на проекте, я не знаю новости. Не знаю. Я еще не ушла с проекта, но думаю уходить. Расписания нет, съемки 24 часа. Настя неуважительно относится к его маме, я тебя умоляю. Разве из-за этого расстаются? Ребят, все это проектная движня. Сейчас из Насти будут делать меркантильную суку, уманский, бедный, несчастный. Маму на проект позвали, вот и все, будут делать новые истории, потому что Рапунцель сейчас ушла. Вот и все. Какая же ты страшная. Да мне насрать. Мне... Болят глаза, не смотри, а то сейчас сдохнешь от страха. Мне еще за тебя отвечать. Общаешь. Он сказал в ПЭ, что она не ценит, что он для нее делает. Блядь. Окей. Ну не ценит она, не ценит. То ценит, то не ценит. Сейчас будет, я вам говорю, сейчас как будут эфиры.
меркантильная Настя, бедный Уманский, который дофига для Насти сделал, а она не ценит. Потом они опять сойдутся, все-таки ребенок туда-сюда. Все она ценит. Уманский где? Ну, он хороший. А, я к Уманскому Никите хорошо отношусь. И к Насте я хорошо отношусь. Прекрасно. Что Настя, что Никита достаточно хорошие люди. Я к ним поделюсь, все нормально, все хорошо. Ну, что значит залюбил? Просто из нее делают меркантильную тварь сейчас. Проект. Что ж такая раздраженная? Потому что, блядь, херню несете. Маски любит, умеет свой бизнес. Окей, пусть будет так. Пускай он будет иметь свой бизнес. 158 раз. Не расстанутся они. Они будут вместе. Алена, все будет хорошо. У Алены все нормально устроено. Пока Рапунцель будут на проекте, Оля, Дима. И мама вернется на проект, чтобы помогать Алене. У Алены будет все хорошо. Без Алены проект не останется. Да, возможно, сейчас этот проект на нее обижен, на Алену. И, возможно, там у них какие-то непонятки. Но поверьте мне, пройдет некоторое время, и Аленка там нарисуется какой-нибудь спустя. Так что все будет нормально. Поэтому все это временное явление. Я считаю, что Алена, скорее всего, не вернется. У нее все будет хорошо на периметре. Рапунцель, что за периметром, что на проекте, все окей. Не пропадут. У них уже там стойкий клан. И Ебаров там, тем более, что с Голд. Поэтому все там четко у них. Не пойдет она туда, на проект. У нее за периметром все хорошо. Это тату, блядь. Чего ходишь туда-сюда? Потому что срать хочу. Шучу. Так, ладно, Ебаров это дно. Ебаров? Ну, не скажу, что это дно. Почему дно? Вы не видели дно еще, дорогие мои друзья. Если вы считаете Ебарова дном, то вы дно еще не видели. Так что Ебаров еще вполне себе нормальный мужичок. Просто мне нужно подлезать Ебарову, чтобы он что за меня словечко замолвил. Так, ладно, дальше, что там у нас? Так, ладно, ребята, я вас всех очень сильно люблю. Холодец мой переваривается. В моем животе! Короче, а мне нужно написать рэпчик, мне нужно написать все-все-все. И, в общем, ребятюлечки мои сладенькие, всех люблю, всем пока, я побежали.